Я еще махмаду камеджон фенемуш, мне 12 лет. Я учусь в данный момент в Юргу, но каждый день занимаюсь спортом. Я занимаюсь уже 3 года самбо. Все думают о победе, никто о поражении не думает. Так что надо победить и идти вперед. Просто я люблю с детства драться и бороться, поэтому я решил участвовать в единоборствах.